Привет, зритель. Возможно, ты это видео увидишь раньше, чем я смонтирую первый ролик один, а потом обзор того, где участвует эта переноска. Жопа. Я боялась, что она будет узкая и мала, потому что на картинке по сантиметрам казалось вроде как-то одно, а когда я её получила, думаю, блин, такая малюсенькая. И мне еще казалось, что этот мой слон увеличился в размерах, а он просто пожирел и стал тяжелый этот слон. Но ничего, слон сам залез сюда и вполне себе ей места хватает. Вот вышло. Переносочка. Но я ее уберу, Алиса. То ты ее раздерешь раньше времени, мало ли. Да и вообще новая переноска. Куда тебе сейчас она? У тебя есть замечательный домик. Да? Риск. У тебя есть замечательный домик. Вон тот пакет рядом с тумбочкой. Это этот. Виниловые пластинки. Однажды я их запишу. Вон там на полу веревочка от моего последнего теплого халата, с которой мы играем. Не, ну вообще, кошка, ты хулиганка. Что, может, ты зайдешь внутрь на камеру? Зайди на камеру внутрь, не надо это грызть. Зайди на камеру внутрь, порадуй зрителя и хозяина. Ариска, бегемотина. Да, это вот кошка сделала с этой мышкой, это ее игрушка. Хозяин-то не сразу узнал эту игрушку. Вот такая она, переносочка. За 491 рубль. Если вспомнить, что за первую переноску, которой Тишка ездил, я отдала вообще косарь, то, блин, охренеть. Ладно, пока, зритель.